Как и говорил, у меня на балансе 2879 рублей. Найс! Мы выиграли! Что? Да, 200, найс! Наконец-то! Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на скиндропщик. У меня с прошлого ролика осталось на балансе 2879, а у нас прошлый ролик был минусовый. Надеюсь, сегодня получится откамбэчить, выбить что-нибудь жесткое, и кейсы покажут хорошую окупаемость. Все, полетели. Но перед этим не забываем, что мне 3 рандомных комментатора попадают в следующий ролик. Все, что нужно сделать, это поставить лайк под этот ролик, подписаться на канал, написать любой комментарий, и все. Возможно, именно ты попадешь в следующий ролик. А также в моем телеграм-канале, который в описании под этим видео, каждый день проходит розыгрыш на скинчики от 2000 рублей. Абсолютно каждый день. Если в каждом розыгрыше участвовать, ну рано или поздно по-любому выиграешь. То есть, пацаны, надо переходить и подписываться, участвовать. Как и говорил, у меня на балансе 2879 рублей. Пацаны, если вы хотите также покатать на скиндропе, вы можете ввести промкод Никелар и получить плюс 15% к пополнению. Депать здесь можно со всего. Скиваса, карты, скинаем, крутой, чем угодно. То есть, депнули скинчиком 1000 рублей, на сайте уже получили 1150. Вы со старта в хорошем плюсе. А также, кто любит бездепозитные бонусы, вы можете зайти вот сюда, вот на эту вот галочку нажать, нажать промокод, ввести тот же промокод Никелар и получить от 5 до 100 рублей абсолютно на халяву на сайте. У меня просто уже этот промокод активирован. Все, полетели открывать кейсы, нам сегодня важно окупаться, то давайте со старта погодные стихии, 3 штучки на 447. Прошлый ролик там последний меня кейсов 30 очень плохо окупали, то надеюсь сегодня будет камбэк. Но поначалу так вообще не скажешь, падает говно, у нас на балансе уже 2400, охуенно. Так, ладно, засекреченное, за 379 давайте одну штучку откроем. Можно мне, пожалуйста, может быть, какой-нибудь вот за 905, я буду не против, элитное снаряжение. 133, ну не так плохо, но как будто можно лучше, может все-таки лучше будет выпадать. Ладно, давайте 29% попробуем апгрейдик. Апгрейд мне тоже, к сожалению, нет, точно не падает, да, 2000 на балансе. И нам надо что-то придумать. Давайте огненный на 750 откроем. Может, что-нибудь сейчас будет хорошее. Так, статрек лунная ночь. 95, блядь. 95 рублей, мужик, ну ты чё прикалываешься? Ну что так, ну что мне ролик 2 минуты делать? 103, бля, спасибо. Вот это круто мне падает. Ну, я прям реально доволен. Давайте 30% попробуем апгрейдик поймать. Ну, кстати, апгрейдик я вроде как ловлю, да, 300 рублей. Вау, 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 вау. Я очень рад, блядь, спасибо, 1300. Хорошо, запрещенное. 3 штучки на 447. Давайте вот так попробуем. Я не понимаю, не, я на этот. Ну да, я в минусе точно, 1300 на балансе. Ладно, 5 штук на 745, давай. Вот сейчас можешь выдавать, я тебя прошу. Так, тег, брат, ну там одна. Плохие, короче, вещи падают. Так, ладно, мы все продаем, у нас на балансе 832 рубля. И надо срочно что-то придумать. Давайте Atomic Heart, неважно, на 225 рублей, может здесь что-нибудь выпадет. Ага, статрек фамус выживший, вы, окей, хорошо. Может контракт выдаст? Невозмутимость, понял, 92, ну неплохо, неплохо, хорошо идем. Ну давайте вот такой апгрейд, 9% попробуем выиграть. Может что-нибудь выдаст. Ну кстати, как будто... Найс! Мы выиграли, что? Я еще громко не могу кричать, потому что ролик ночью записываю, у меня соседи там снизу спят, на меня выебываются. Ну, 10x мы ловим. Окей, погодите, давайте это продадим. Вот так продаем. На балансе уже 1527. Так, ладно, давайте тогда попробуем Wednesday кейса 75. 5 штучек на 375 рублей попробуем открыть. Ну, кстати, я в плюсе. Нормально, Wednesday кейс начал выдавать. Наконец-то мне что-то начало выдавать. Давайте еще 5 штук. Это же, это меня окупает, да? Да, 200, найс, наконец-то. Вот это я сейчас за одно открытие откомбычил все, что проиграл. И в прошлом ролике, я говорю, у меня был до 5000, я потом до 2800 слил, и сейчас 6000 на балансе. Так, а давайте следующий кейс откроем азимов. На 700, вот так, 2 штучки. Ну, азимов мне не упал, но мне упал... Наконец-то сайт начал выдавать. 7600, короче, цель десятку. Если десятку поднимаем, надо останавливаться. Потому что в прошлом ролике я тоже начал хорошо, потом пошел противный слив. Тут надо как бы в меру все делать. Давайте глок кейс, попробуем 5 штучек на 375. Так, пустыня, да, говно, но пустыня повстанец упал, все остальное говно. И меня все радует. Ну вот этот за 1052 тоже хороший. Давайте попробуем сделать апгрейдик 2x. Не знаю, получится, не получится, если что, у нас десятка уже будет на балансе. И вроде как... Да, найс, я выигрываю, десятка у нас есть на балансе. Да, все, десятка на балансе. Но у меня какой-то очень быстрый ролик. То я предлагаю в конце, как раз для контента, открыть какой-нибудь очень жесткий кейс. Так, ну самое дорогое, что я здесь смог найти, это кейс операции Браво за 2500. Ага, графит за 14, значит, здесь падал кому-то, да? Еще, ага. А можно мне также, пожалуйста? Не, но мне вот такой еще можно, я тоже буду не против. Давайте одну штучку откроем, посмотрим, как вообще будет выдавать. Ой, графит можно? Зирка, ты сколько стоишь? Ну, 1662, это не окуп. Но давайте попробуем сделать такой апгрейдик. Ну, нормально. Можно сделать хотя бы превьюшку, типа. Открыл кейс операции Браво, и мне там выпал.
полиграфии. Ну, там, знак вопроса сделайте, как будто я не пиздобол. Я же не утверждаю про это, оставлю знак вопроса в превьюшке. Так, ладно, апгрейд мы проиграли, значит, идем еще открывать. Все-таки я верю, что мне что-то упадет. Давай, не, подождите. Я сейчас так весь балик солью, я сегодня хочу остаться в плюсе. Передумал резко. Кейс дракона давайте, 3 штучки на 900. Вот кейс дракона, может он что-нибудь выдаст. Если что, меньше 5000 я уже не солью, чтобы с прошлого ролика остаться в плюсе. Так, огонь чатика падает за 2600, идеально, давайте продаем это все. А, на балике десятка. Да и как будто все, можно заканчивать ролик. Я думаю, нормально, просто я вначале не хотел делать его, ну, ролик 5, ну, вообще 3-4 минуты, сейчас вроде норм. Но можно напоследочек, что-нибудь вот прям точно уже последний открыть и закончить ролик. Это, наверное, еще один кейс операции Браво. Все-таки я верю в этот кейс, еще одну штучку открываю. Падает говно, нормально, 7500 на балике, тоже вполне сойдет. Мы сегодня, главное, в плюсе, из прошлого ролика откупились. Ну, точнее, окупились, ну, вы поняли, короче, в плюс ушли с прошлого ролика даже, считай. То чисто один кейс, вот так, за 2500. А можно АОП графит, пожалуйста, я буду очень рад. А, прям, спасибо, черная лимба. Но этот скин куда круче. Давайте сейчас вот так 5x попробуем сделать. А, блять, я думал, я поймаю, но я не поймаю. Ладно, все, пацаны, на этом заканчиваем ролик. А, всем большое спасибо за просмотр. Не забываем про промокод Никелар, который дает плюс 15% к пополнению. А также про бездепозитный бонус. Это вообще крутая халява. Вот сюда вот промокод нажать, ввести и залутать от 5 до 100 рублей абсолютно халяву на сайте. Ну и все, пацаны, что, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем про мой телеграм-канал, в котором каждый день проходят розыгрыши. Ну и все, что, всех люблю.